Ты же такой хороший, я тебя так люблю, дорогой. Опа, отлично. Поехали. Так, мы приехали сюда. И что нам надо делать дальше? А дальше нам надо делать следующее. Давай, давай. Вот туда вот. Надо, чтобы оно взорвалось, ребята. О, отлично. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья! Вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, ребятки, и мы продолжаем играть в игру «Веселый погрузчик», часть вторая, ребятки. Круто, круто, все круто. Так, ну что ж, погнали, дорогие друзья, испробуем наш автомобиль. Да, пошло здесь, ребятки, здесь у нас музыка, давайте ее выключим, потому что она только мешать нам будет. Так, это что у нас? Это, это вообще звук, да, ну что ж, поехали, 11-й уровень, ребятки, у нас. Так, что это? Что это с моим, ребята? Что это с моим? Что это такое было? Вы видели, мы этот погрузчик заглючил, вот это круто, а? Так, подождите, ребят, мне надо... А, вот так вот, понял. Опа, назад. Вот так вот. Опа, назад. Вот так вот, отлично. Так, теперь, ребята, мне нужно сделать следующее. Упасть туда и загрузить три ящика. А четвертый как достать? А, вон кнопка. Все, вижу, вижу. Вон кнопка внизу, ребята. Вот над машиной, если вам видно. Давай. Ой-ой-ой, нет, нет, нет. Хух, я думал, ребятки, я сейчас уже упаду на эту. Так, ну что, двигаем эти ящики, ребяточки. Эу, погрузчик, ты чего? Чего переворачиваешься? Переворачивайся назад на колеса. Ребята, я ученик, я еще довольно хорошо играть в погрузчика не умею. Так что прошу, ребятки, строго не судить меня. Как закинуть этот ящик туда? Он поднимается-то? А, поднимается, все. Отлично. Так, и, ну что, нам уже надо кнопочку нажать, ребята. Или ее ящиком надо, наверное, нажать. Так, давайте ее нажмем ящиком. Все, ребятки. И таким образом она, ребятки, открылась. Открылась, ребятки, и теперь нам с вами надо быстренько сдать назад и срочно уехать. Давайте уедем, 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 уедем. Вот так вот сюда заберем вот этот наш ящик. О, ребятки, все, этот чувачок уже открыл, ребятки, ворота и здесь, и здесь. Теперь нам надо погрузить его, и он тогда закроет, ребятки, за собой ворота и уедет. Все, отлично. Так, нам надо наверх погрузить этот ящик вот сюда. Опа. О, все, он завелся. Все, давай, он уехал на склад, ребятки. Это просто круто. Все, что надо, мы, ребятки, сделали. Так, продолжаем нашу игру. Ой-ой-ой-ой, а что это такое? Вы только посмотрите, что это за склад такой. А что это за такой склад у меня? Ребятки, мне туда надо физическим образом добраться. Реально, не, а как мне туда добраться? Да что ж такое, я даже не могу никуда выехать, а? Ой-ой-ой-ой, падаю, падаю, падаю. Ребята, кто проходил этот уровень, отпишите, потому что довольно-таки сложно играть в эту игрушку. Реально, как мне выехать, ребят? Я реально не понимаю. Магнитом я даже зацепиться не могу ни за что. Нет, 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 это неправильно. Ну как-то, короче, непонятно. Так, хорошо, давайте. Так, 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 давайте мы с вами. Нет, ребята. Магнит, а для чего же тогда мне магнит нужен? Я же не могу никуда, ребятки, прицепиться. Да разве что вот так вот как-то заскочить.
Ну реально, ребят, вы только посмотрите, как же мне туда заскочить-то, а? Ребятки, помогите мне, пожалуйста. Ой-ой-ой. Скакать я умею плохо. Скакать у меня не получается. Вот мне самое главное нажать на кнопку, ребятки. Отлично, отлично, все, теперь я понял, ха-ха-ха, теперь я поеду и погружу срочно, ребятки, свой груз. Да что ж такое-то, погрузчик, что с тобой? Ребята, погрузчик вообще обленился, он не хочет выезжать вообще никуда, реально, вы только посмотрите на это. О, давай-давай, малыш, давай-давай, едь-едь-едь, о-о-о, отлично, все, теперь берем большой ящик, и нам, ребятки, нужно большой ящик перенести с вами в автомобиль, потому что дядя уже заждался, говорит, ну где же ты, погрузчик, давай, грузи быстрее свою, что это, как, а как же мне его погрузить по-другому-то, я по-другому его никак не погружу. Давай назад выезжай. Он что, такой тяжелый, что его что ли не поднять? Не понимаю. Реально, как теперь мне перенести этот погрузчик? Так, теперь мне этот ящик, ребятки, надо перенести как-то на ту сторону. Реально, ну вот это сложные уровни. Давайте, наверное, проедем по ним. Так, а как же нам его убрать, а? Так, ребяточки, это же, конечно же, все хорошо. Но стоит, ребятки, понимать тот факт, что мне... Я не могу поднять. Да что ж такое? Что это за погрузчик, который даже не может ящик поднять? Как мне выехать отсюда вот теперь? Вот это погрузчик. Одно название это погрузчик. Ребята, как вы проходили эту игру? Очень довольно-таки сложно выехать отсюда. Ну ничего, мы сейчас с вами немножко попытаемся. И сейчас мы решим эту проблему. Давай. Так, ну что ж, в принципе, ребятки, мы немножко отодвинули. Но, по большому счету, ничего не решилось, абсолютно. И нам с вами его надо перетолкнуть, сейчас покажу куда. Так, нам надо проехать как-то здесь. Заехать туда, к автомобилю, ребятки. А для этого нам надо было положить этот ящик. Сейчас я вам покажу. Теперь я понял, ребят. Смотрите. Смотрите, что нам надо сделать. Нам надо вот этот ящик положить раком. И потом мы только сможем проехать, ребятки, по нему. Давай, малыш, газуй. Ну что ж ты будешь делать, а? Ну что ж ты делаешь? Давай, газу. Ха. Ну, положится он или нет? Он положится, если я проедусь по нему. Нет, ребятки, я чуть неправильно сделал. Давайте сыграем уровень, и я вам покажу, как правильно проходить этот уровень. Поехали. Так, мы здесь проехали. Сейчас проедем следующий. Эй, да что ж ты опять, не знаю как кто. Так, отлично, сюда. Забираем ящик. Все. Мы с вами его получили. Все, теперь он падает ребром. Теперь мы его толкаем. Вот так вот.
сами проезжаем сюда. И теперь забираем ящик этот. Ребята, нет. Ящик так не получается забрать. Нам надо его поставить, наверное, было ребром и выехать. О, давай, давай, отлично, ребята. Классно, классно, круто. Круто все, ребятки. Мы поставили ящик на место. Куда ты едешь? Ты не в ту сторону поехал. Так, теперь бери этот ящик и ставь его ребром. Вот так вот. Все, пока-пока. Отличненько. Вот это круто, ребята. Наконец-то мы прошли этот тяжелейший уровень. Реально довольно-таки тяжелый он был. Так, что мне здесь надо делать? А здесь надо сделать следующее. Здесь надо делать вот так вот. Так, это, конечно же, я все понимаю. Но лифт вот этот будет работать или нет? Чтобы работал, ребята, лифт, мне надо сделать следующее. Ага, понял. Нет, сюда мы ящик-то не ставим. Так, давайте, ребятки, подумаем, что же нам здесь делать в этом уровне. Так, а сделать здесь надо нам буквально следующее. Ящик нам нужен, бочка упадет после того, как откроется там. А там надо нам нажать на кнопку, ребята. Сейчас мы это сделаем. А, у меня есть ящик, вот, в машине, я не видел его просто. Все, ребята, круто. Так, берем этот ящик. И да что ж такое, давай поднимай его. Так как же его поднять-то, а, ребят? О, давай, ай, ребята, поднял, но не там, где надо немножко. Да что ж, опа, не сюда, погрузчик, ну что ж ты, ты же такой хороший, я тебя так люблю, дорогой. Опа, отлично, поехали. Так, мы приехали сюда. И что нам надо делать дальше? А дальше нам надо делать следующее. Давай, давай. Вот туда вот. Надо, чтобы оно взорвалось, ребята. О, отлично. Все, ребята, все круто. Все, мы, ребятки, все с вами сделали. Теперь убираем ящик. Приземляемся, ребятки, на лифте. Отлично. Лифт нам сигналит о том, что нам нужно заниматься делом. Так, берем, ребятки, теперь второй ящик. Поднимаем, поднимаем, поднимаем. И сюда его ставим. И вот так вот. Все, ребятки, водитель готов. Водитель завелся и уехал на склад. Пока-пока. Так, ну что ж, ребятки, следующий уровень у нас здесь. Ого, ребят, довольно-таки серьезно. Так, сюда нажимаем, падает. Ой-ой, что это? Это какие-то три бочки, по которым мне, наверное, надо, ребятки, будет ехать сейчас. Ха-ха, прикольно. А ну попробуем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, аккуратненько. Вот это автомобиль. Давай-давай, малыш. Так, отлично, на лифт мы заехали. Нажимаем на кнопочку. Надо ближе. Вот так. Едем, едем, едем на лифте. Так, теперь здесь нам надо, наверное... А что нам надо? Ой! Чё же я-то поехал-то назад-то? Мне надо-то было доехать-то быстренько. Так. Едем, едем, едем. Приехали. Прыжок. Отлично, ребята. Забираем это. А, все, у меня не три ящика, у меня два ящика. Да что ж такое, я не могу ящик даже поднять. Вы такой тяжелый, что ли? Да. Конечно, немножко, ребятки, разработчики могли бы и лучше сделать управление у погрузчика. Реально, тяжело поднять некоторые предметы, очень тяжело поднять, ребята. Но, тем не менее, не так это все и сложно. Все, ребятки, проходится. Дай мой ящик.
Так, все, ящик мне отдали. Так, первая пошла. Вторая. Все, ребятки, отлично. Все, ребятки, погрузчик поехал, ребяточки, к себе на работу. А мы продолжаем нашу замечательную, ребятки, игрушку. И здесь у нас надо погрузить нам бочку, ребятки, одну. И надо погрузить нам огромный контейнер, который вот, посмотрите, где он расположен, ребятки. Ого. Так, нажимаем на кнопку. Бочка есть у нас одна. А, тут не только одна бочка, а только два бочка. Все, вторая даже бочка. Ой, третья, наверное. Все, ребята. Три бочки у нас есть. Воу, бабах. Так, это же все хорошо. Но мне, ребятки, как-то надо поднять бочку. А для того, чтобы поднять бочку, мне надо приехать сюда. Брам-брам-брам-брам-брам-брам-брам. Отпустить свою эту. Поднять бочку? Нет, ребята, так не поднимается. И там не поднимается. Ребятки, мне надо бочку забрать как-то. Эу, погрузчик, ты чего? Давай назад, заткуй. Ребятки, погрузчик упал. О! Бочку я это зацепил, ребята, но я застрял. Посмотрите. Я полностью застрял и ничего не могу сделать. Это, конечно, прикольно. Так, давайте переиграем. Никак я не выберусь из этого уже уровня. Так, ну что ж, теперь быстренько мы проезжаем сюда. Сюда нажимаем, как всегда, чтобы был порядок полный. Сюда тоже нажимаем, опять. Отлично. И на третью нажимаем. Все, ребяточки. Все, классно. Ну что ж, четвертого у нас нет погрузчика. Так, ребятки, я не знаю, но нам надо достать сначала бочку. Ой-ой-ой, опять я в это ущелье сейчас упаду. О, отлично, ха-ха, достали. Мы все-таки достали с вами эту проклятую бочку. Давайте ее засунем сюда. Отлично, все, теперь у нас открылся, ребятки, путь. Давай заткуй тихонечко. И вот так вот мы с вами и затолкаем ящик. Отлично, дорогие друзья, и мы с вами прошли этот уровень, и это просто классно. Так, дорогие подписчики, а я вам хочу сказать, что этот эпизод на канале Вечное Детство подошел к концу. Мы сегодня играли в веселого грузчика. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. И не забывайте, ребятки, ставить колокольчики. А я вас всех люблю, дорогие друзья. Пока-пока.